такое прекрасное утро. Пока моя красавица смотрит свой любимый сериал, я приведу в порядок газон. Начну этот прекрасный день с большого дела. Ой, что случилось? Ой-ой-ой-ой-ой! Кажется, газонокосилка сломалась. Что же делать? Так же не оставлю. Надо купить новую. Так, зачем я приехал? Ах, да, газонокосилка. Ой, что это? Фух, испугался. Я подумал, это динозавр. А это игрушка. Так, надо спросить у этого продавца. Здравствуйте, мне нужна газонокосилка. Есть такая, она наверху. А как я? На лифте. Спокойно подниметесь и найдете. Ох, как классно! Так, и теперь куда мне? Посмотрю впереди. Оп! Что это было? Так, ладно, здесь нет. Значит, должно быть там. А, я ее вижу! Ой, мама! Моей газонокосилки больше нет. Надо поехать еще посмотреть. Но что это было? Внимание, внимание! Нашу землю атакуют астероиды. Так, куда я поеду сейчас? Ведь уже поздно, и любимая расстроится. Как же мне быть? Вот я влип.